Твою мать! Капец! И сколько за это штраф? Да откуда я знаю? Об этом только он знал. Иди потрогай, как он, живой? А почему сразу я? Это из-за того, что я в морге работала? Это ж надо же, на девичнике сбили гаишника. Ужасно, но в рифму. Мне кажется, ситуацию усугубляет тот факт, что он гаишник. Слушайте, а давайте переоденем его в нормальную одежду, будет так страшно. Я сейчас обкакаюсь. Так давайте решать. Либо мы расчленяем и закапываем, либо я в этом не участвую. Вообще-то это все из-за тебя. Я вообще спала. За рулем. А я знала, что это руль. Значит, все время отмазываешься. Потому что я хочу самый минимальный срок. Я не хочу в тюрьму! Я знаю, как решить этот вопрос. Алло, мы сбили гаишника. Доставка пиццы не знает, как решить этот вопрос. Ой, Кать, а может, этому Сашке ФСБшнику позвонишь? Слушайте, ну давайте попробуем. Алло, Сань, привет. Да, привет, это Катя. Че говоришь? Девочки, она зовет кальян курить, поедем? Да, конечно! Алло, Лапуль, ну мы через полчасика будем. Все, давай, целую. Как бы наш вопрос...